Всем привет, с вами Кунынова Анна, проект Фаберлик Онлайн, и в этом видео я вам покажу детскую одежду, которая мне пришла. Первое, что хочется показать, это трикотажные брюки для девочки. Артикул у них получается 530-053, цвет синий, размер 134, 70 хлопок, 30 полиэстер. Обалденные брючки, пошла покупать еще, и нашего на складе нет. То есть размер 134, к сожалению, нам уже совсем-совсем впритык, но также хочется показать и ткани, все, они мягкие, хорошие, и Вике в них очень-очень понравилось. Да, вот тут сбоку где-нибудь вы увидите, да, вы увидите Викусю, как она в них прыгает, скачет. В общем-то, очень хорошие. Очень жалко. Значит, что тут есть? Тут есть такие вот карманчики маленькие. Да, вот всего лишь такой вот карманчик, как они пошиты. И, значит, сзади тоже есть два карманчика, но они больше, наверное, декоративные, или там под какой-нибудь носовой платочек, или еще что-то. Ну и низ изделия в форме такой нетугой резиночки. Так, что это такое? А, ну это просто ниточка, да? В общем, пошиты очень хорошо. Тут тоже несколько швов. В общем, имитация под джинсы, да, как вы видите, спереди, вот сзади. Да, то есть имитация такая под джинсы, но ткань мягкая, мягкая, мягкая. Больше бы я их назвала спортивными штанами. Дальше брак у нас пошел. К сожалению, одна штанина почему-то длиннее другой. Буду делать перезаказ обязательно, перезакажу. Но штаны очень классные, я их хочу. И хочу в размере не 134, а в размере 140. У меня ребенок вырос, я что-то не успеваю за ребенком. Скорее всего, наша дочка пошла в папу. Вот, что мне нравится в этих штанах. Цвет фуксия, размер 134, 100%. Хлопок, артикул 532-159. Они прям, вот знаете, не такие супер мягкие, как те, да, первые штаны, но они тоже мягкие, очень приятные, они натуральные, они хорошо тянутся, в них тоже есть кармашки небольшие, то есть такие вот небольшие кармашки, толстая получается резиночка, очень хорошо, что тут можно регулировать, если не хочется регулировать, конечно же, ее можно убрать, и, ну и низ изделия выполнен тоже в форме такой вот резиночки, и внизу такой вот маленький, такой приятненький ворсик, то есть вот такие вот штаны. Ворсик по всему, в принципе, периметру изделия, да, хорошенькие, но мы даже сравнили, сверили и убедились в том, что действительно одна штанина тут идет короче другой, к сожалению, так и есть. К сожалению, так и есть. Вот поэтому отправим на возврат, и я перезакажу уже не 134, а 140. Да, то есть дочка у меня уже 140-ая. Дальше тоже коротковатые штаны. Я вам вышлю ростовку. Тоже покажу ростовку. Штаны обалденные, классные. Все замечательно. Все великолепно. Точь-точь как предыдущие. Значит, аннотация у них 100% хлопок. В 134 размере. Артикул 532-177. Вот прям суперские. Но Викусик коротковатый. Рост я закреплю под видео, чтобы вы знали. Дальше. Штаны тоже идут у нас 134. Это трикотажные обтягивающие брюки. Ну, знаете, я их просто называю леггинсы. Ну, какие-то брюки. Цвет молочный, размер 134, 90 хлопок, 8 эластан. Тоже очень хорошо растягиваются, как вы видите. И тут куча собачек каких-то. Да, прям очень огромная куча. Я хочу еще таких заказать, потому что они подойдут под все. И Вика на них просто зависла. Она их так долго разглядывала, вот именно вот эти черно-белые собачачьи штаны, это просто невероятно. Она их так долго разглядывала, что она просто не хотела их снимать, она на них зависла. Они тоже уже впритык, буду заказывать 140. Да, сейчас уже, ну, я эти оставляю, вот сейчас летом побегать, но буду заказывать 140. Дальше, очень классная белая кофточка, безумно понравилась, прям супер-супер. Честно скажу, удивили, потому что вот эта вот белоснежная красота просто невероятная. Длинненькая, хорошенькая, и, кстати, вот верх 134. Нам очень хорошо вот этих кофт, именно этих кофт он подошел. 100% хлопок, цвет молочный. Вот, артикул 533-677, размер 134, прям вот идеально. Идеально. Значит, низ изделия у них у всех выполнен вот таких моделей в форме резиночки. Внутри такая вот пушистая, прикольная, да, ворсик, начесик, как вот кто как любит называть. То есть и тянутся они очень хорошо, да, и очень длинненькие. Вот то, что они длинные и закрывают попочку, это прям невероятно суперски. Тут собачка, это все покрашено. Да, вот, ну, натягиваю, вроде бы все хорошо с краской. Вот, антирастяжки тут нету, к сожалению. Ну, в кофте я не знаю, нужна она или нет. Поэтому кофточка 134 обалденная. Дальше штаны.
тоже Викуся коротковатый пошли. Вот 134 размер, артикул 532-186, 85 хлопок, 15 вискоза. Но я их хочу оставить. Обычные классные штаны. Вот сейчас летом бегать, не марки, все великолепно. Можно с любой кофточкой надеть. Они точно-точно такие же, как и фуксия, да, до этого были. Просто шикарный, яркий, классный образ. Мне очень порадовала вообще эта коллекция. Вика тоже желтую вот эту кофту она снимать не хотела. К леггинсам как-то вот, знаете, равнодушно. Но, скорее всего, она уже привыкла, что мама ее вечно в какие-то яркие цвета одевает, еще что-то. И она уже как-то одела, сняла. А вот именно черно-белые ей прям душу запали. И после обзора мы эти черно-белые штаны, леггинсы, вернее, с собачками, вот такие же, да, мы просто ей дали, и она в них ходила весь вечер, и все разглядывала, что-то там гулила, да, прикольно. Артикул 533-686, размер 134, 92 хлопок, 8 эластан. Точно-точно такие же, да, не с изделия, как и у предыдущих, выполнен прямо. Толстенькая резиночка, которая не впивается в талию, да, то есть такая вот она, да, в общем, все великолепно. Далее у нас идет такая вот собачка. Собачка вообще суперская. Да, классно. Вика их разглядывает. Ей нравится. Артикул 533-659. Цвет темно-желтый. Но он не темно-желтый. Он обычный желтый. Вот знаете, нету тут темного цвета. 100% хлопок. 533-659. Точно-точно такая же, как белая. Да, точно-точно такая же, как белая. Все точно-точно такое же, только в желтом оттенке. Хорошенькая, очень даже. Последний троечка образ получается. И леггинсы есть, и кофточка есть, и штаны есть. Да, то есть прям супер. Артикул 533-695, размер 134. Это трикотажные обтягивающие брюки. Тоже с кучей собачек. Дальше, значит, кофточка. Вот тут такой песик на шпагате. Реально на шпагате, да? Да, 533-688, 100% хлопок. Тоже 134. Ну вот прям верх 134 нам идеально подошел. Прям идеально. Наиидеальнейшее подошел. Мягкая, классная, приятная. Это еще до стирки. Она уже такая классная. И штаны вот эти тоже нам идеально подошли. 134 размер, 100% хлопок. 532-168. Вот такая красота. Ну все. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.